У меня складывается впечатление, что они действительно пришли и за чьи-то деньги, а вы видите, за чьи деньги они хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. Так вот, запомните вы и все, кто меня услышит, страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту вот цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали эту страну и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 1939 году. Под Минском граница была западная, нам досталась страна. Мы создали первое государство, независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали.